Пришла бы власть, Пахатюка выгнали из страны. Пахатюка выгнали из страны. К власти пришли абсолютно новые люди. Президентом страны стал определенный человек с партии социалистов. Почему они не предприняли никаких шагов по освобождению данной группы? Хороший вопрос. Это меня интересует. Почему эти, которые уже сегодня находятся у власти, не предпринимают абсолютно никаких шагов, кроме декларативных, которые сделал министр юстиции? Да, все, это декларативно. Почему Стояногло не делает этого? Это хороший вопрос. Почему Стояногло, когда его хотят снять с его должности или просят уйти по-хорошему с его должности, он говорит, у меня столько на вас компромата, почему ты, генеральный прокурор, не вытаскиваешь этот компромат и не делаешь свою работу, честно, прокурорскую работу? Почему ты не запускаешь все компроматы, которые у тебя есть, это дела, значит. Это значит, есть за что сажать власть держащих. Почему этого не делают? Это я держу на потом, не дай бог, меня там это самое. Мне будет с чем торговаться, что меня не посадили, я не знаю для чего. Прокурор должен делать свою работу.